Уважаемые друзья, я приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас ярмарка декоративных птиц, голубей, попугаев, канареек. Также куры, гуси, сельскохозяйственная техника и живность. Пойдемте просмотрим ассортимент, цены узнаем по возможности. Но в основном будем на ассортимент обращать внимание, потому как цены меняются. Это рынок, здесь надо договариваться, торговаться. Поэтому цены, которые вы сегодня услышите, это будет не показатель. Всем привет, всем хорошего настроения. Пойдемте смотреть. И вот прямо на входе мне попались розелы. Получается, розелы рубиновые. Нет, розелы пестрые и пенантовые. Все малыши. А подскажете цену? 4,8. 4 пестрые, а 8 пенантики стоят. Вот видите, у них тут солнышко светит, витамин D. Поилочка там установлена, все по уму сделано. Так, идем дальше. Так, здесь карел немножечко осталось сегодня. Карел прям то ли много, то ли мало, непонятно. Ценник тоже разный. Вот самочки-канарейки. Смотрите. Лысенькая, никак не продастся. Ценник 500-600. В зависимости от окраса. Ну, наверное, вот с лысиной будет 500, а остальные по 600. Здесь у нас неразлучник, розовощеки. Здесь кокарик. Вот видно хорошо кокарика. По 3000 такой кокарик стоит. Ну, тут, соответственно, снова карелы. Здесь много горел. Молодежь. А почем ваши собаки такие? По 8? Спаниельчики. Урсары тоже 8. А это как порода? Вот он, видите, сколько спаниель. Вот собачки. А почем у вас цыплята? 250. Это таксы у вас, да? В какую цену? 3? Таксята по 3000. Все спят. Почем у вас ожерелые желтые? 17 пара? Один? Штука? Ясно. Сегодня хороший выбор канареек. Видите, тут в индивидуальных клетках сидят. Ну, в основном самки. По 5, по 6, по 4 самочки сидит. Самцов нету сегодня. Какую цену у вас нутрии? Вот нутрии по 400 рублей. Кто спрашивал, пожалуйста, тут нутрии полно. Приезжайте, выбирайте. Не полно, их мало. А, не полно, мало, да, сегодня? Да. Вот у человека есть. Мало. Может, номер телефона продиктуете? Там просто люди ищут, говорят, мы никогда не можем найти. Давай туда продиктуем. Не, все, тогда здесь встречайтесь и выбирайте. Какую цену такие голуби? 500 рублей. 500 рублей. Бакинцы. Для песни «Лимоны» хорошо. Сейчас я его сниму. А какая между ними разница? Ну как, какая разница? Разная. Чаще поют. Вот самцов нашел. И в какую цену такой лимонный вот этот для песни, что вы говорите? 3000. 3000 стоит. Вот, вот хорошие. Ну они все хорошие, поют одинаково. А этот в какую цену? Тоже 3. Тоже 3. Спасибо. Вы уже вымелись. Это сейчас получается лопрыли год и сейчас сколько? Да не на год. Я тоже переживаю. А это у вас радужные волнистые, правильно? Да, да, да. И какую цену пара стоит? Прошу, 3. Пара 3000. Ну, с клеткой за 3 отдам. С клеточкой за 3000 эту парочку человек отдаст. Пожалуйста.
Ну вот у нас сегодня волнистые. Как правильно называется? Хугару. Хугару? А где не спрашивают, почему такая не Друзья, хугару. Вот мы ждали час, а нашу радужную отжали. Так вон сидят. Вот. А, вот они. Вот да, видите, как у него сделаны кудри. А там холодно, да? А, это Юрик просто... А ценник мы говорили, сколько он стоит? 8 пар. 8 пар. Счастливый обладатель радужной пары. Радужной вот. Пары и клетки. А, и клетку подарили вам, да? Нет. Это у меня взяли? Да. Кстати, классные переносочки у него. Рекомендуем. Спасибо. Все, всего хорошего. Поехали мы. Друзья, вот самочки тоже есть. Номер телефона продиктуем. 8-928-231-6107. Звоните, пишите. Будем отправлять автобусом. Здесь большой ассортимент. Смотрите, корм на россыпь есть. Фасовка различная. И канарейкам, попугаям. Также гнезда есть. Это мои гнезда, сам делал вручную. Очень качественные. Пожалуйста, обращайтесь. Номер телефона 8-928-231-6107. Гнездо сделано из джута. Пухоед, пироед, гомозов, клещ не заводится в таких гнездах. Кто заказывать будет гнездо, тому будет поилочка в подарок. Такая поилочка или вот такого образа поилочка. Но подарок обязательно будет при покупке гнезда. Также ванночки есть, смотрите. Это для канареек, кормушки. Ну и вот, соответственно, сами кинора. Солнце светит. Все, всего всем хорошего. Друзья, были еще гнезда у нас. Немножко другой конструкции сделаны. Мы их... Сегодня акция. Человек заказал птицы много и... Друзья, сегодня два замечательных гнездышка для канареек. Поехали в город Свердловск к Людмиле Николаевне Васильевой. Передаем ей большой привет. Гнезда поехали как подарок. То есть, если гнезда понравятся, то по номеру 8-928-231-6107 вы можете заказать любое количество различных гнезд. Вот примерно такой конструкции поехали гнезда в подарочек. Все, идем дальше. Какую цену ваши голуби? Вот в этой клеточке. А вы не знаете, да? 400 рублей, по-моему. А, 400 рублей. Я уже спросил. Друзья, большой выбор молодежи, волнистой. Видите, какой цвет интересный. Это чешуйчатый зеленый, наверное. Или салатовый называют так. Здесь карелы. Молодежь. Сейчас сезон как раз молодой птицы. Тут можно выбрать любого себе интересного питомца. Вот япошки, амадинки. Вот кокарик. Видите, кокарикам надо обязательно затемнять клеточку. Птица боится жары. Вот водичка есть, все сделано по уму. Видите, и тенечек, и водичка. Кокарику обязательно надо. Боится жары птица. Выставка сегодня живая, кипит все, торговля, люди, машины, тут все смешалось в кучу. Идем дальше смотреть. Да резать не на разбор. На разбор. Кролики. Просто менять. Какую цену такие кролики? 400. По дешевке отдаю. По дешевке. Сейчас пройдем. Вот детки интересуются птичками, видите? Приобретайте детям попугайчиков, канареек. Откладывайте хотя бы на лето все эти гаджеты, телефоны, пускай дети занимаются с птицей. Будут добрыми, хорошими людьми вырастут. Вот это. Здесь вот видите под зонтиком, сейчас все под зонтиком, жарища начинается. У нас 9 утра уже, жарища пошла. Неразлучник голубой, Фишер. Здесь западки. Игорю привет. Вот двойной западок 600 рублей, да. Одинарный это западок, там цену плохо видно, но в общем есть. Здесь у нас амадины рисовые. Почем рисовки у вас? 800 рублей хвостик. Волнушка по 500-550 примерно так. Хорошая волна. А рубиновый перчик почем?
скажите. 3000 штук. 3000? Да. Ага. И пенантовая самочка молоденькая, 10 тысяч. Самочка пенантовая 10 тысяч. Вон она на втором плане. Большой выбор курей. Курочек, кур. Там вы продавец курей? Привет. Или торговец кур? Ну как вам? Скажи, почем у вас доминантки, почем? Взрослые по 500, маленькие 350. А по 500 какой возраст? 5 месяцев, да. Доминант 500 рублей. Да. А подрощенная возраст 350. 3,5 месяца. 3,5 месяца 350 рублей. Вот, по-моему, а надо брать. Я с Белиска. О, сегодня есть адлерское серебро. Ну, как вы думаете, адлерское серебро, как Суссекс, там есть нет, такая? Нет, это адлерское. Нет, а кто лучше будет? Кто лучше? Кого какие предпочтения. А, тут уже индивидуально, да? Ну, по мне, так адлерская поинтереснее курица. Поинтереснее чего? Ну, здоровье такая, она живучая, ну и несется, ну, и мясо вкуснее, суп ароматный. Вот как-то хотя бы такие интереснее показатели. Интереснее чего? Ну, вкуснее, допустим, нет, и здоровье у нее. А, чем Суссекс? Суссекс вот это, или как Суссекс, ну, как правильно сказать? Это яйцо крупнее только будет. Да и бог с ним, яйца. С этим яйцом. Ну, вот так. Так это в какую цену адлерская у вас? 350. Все, идем дальше. Вон, ребятки, кому надо, вон номер телефона. 918-37-97-222. Пойдем дальше. Козлятушки, курятушки, пожалуйста, все есть. Вот кролики. Хорошие кролики. На шапку, на мясо. А у вас голубей спортивных нету? Давай таких поснимаем. Это суточные перепелки, да? Да. Сколько стоят они? 40 рублей. 40 рублей голова. Да. А что за порода? Там клюв? Породы. А клювом считаются, да? Фараоны, техасцы и фениксы. 40 рублей клюв. Суточные. Почем такие красавцы у вас? 500 рублей. 500. А эти тоже? А эти по 300. По 300. Вот, вот эти будут по 500 рублей. По 500 крупные. Крупные. Эти тоже по 300, тоже турки. Турки по 300. Смотрите, заяц. Голубка? Вот так вот. Зерна, большой выбор. Но урожай тут есть, новый урожай, есть еще старый урожай, кому как командир, удобно. А сколько надо, командир? Почем у вас карелы? Здрасте. Вы с белой глины? А где? Сармавира. Сармавира тоже? Я тоже Сармавира. Где бы еще встретились? Земляк, вот, ребят. Ценник не говорит на карелы, на неразумщиков, но очень... Улыбается загадочно. Вот у него хвост павлина есть. Видимо, павлинов держит. Ладно, пойдем дальше. Сколько надо? Друзья, наша выставка подходит к концу. В связи с погодными условиями. Жара, солнце высоко, колодец далеко. Жар донимает. Идем на перерыв. Подписывайтесь обязательно на канал. Каждый месяц будет обзор ярмарки в городе Кропоткин. Всем удачи, хорошего настроения. Всем пока.